Привет, друзья! Давайте с вами сегодня приготовим очень вкусный и ароматный постный салат с добавлением зеленой редьки. Салат очень прост в приготовлении, требует немного свободного времени и немного ингредиентов. Все ингредиенты и их количество я пропишу под видео. Заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. Итак, для приготовления нам потребуется свежий огурец. Я его нарезаю небольшим кубиком в произвольной форме. Огурец придаст салату свежесть, и салат будет еще вкусней. Красный салатный лук. Я беру половину луковицы, этого будет достаточно. Мелко нарезаю. Если у вас нет красного салатного лука, возьмите обычный зеленый лук. Картофель я предварительно отварила, очистила от кожицы и нарезаю в произвольной форме небольшим кубиком. Укроп мелко нарезаю. В этот салат я использую только зелень укропа. Морковь натру на крупной терке. А зеленую редьку необходимо очистить от кожицы. Эту зеленую редьку также называют маргиланской. Она не очень острая, поэтому мне она идеально подходит для приготовления салата. Редьку натираем на крупную терку. Сейчас будем формировать салат, то есть все ингредиенты смешивать. Берем большой салатник и добавляем тертую редьку. Далее добавляем тертую морковь, свежий огурец, красный салатный лук, или можете заменить на зеленый лук, отварной картофель, и зелень укропа. Добавим соль по вкусу и немного черного молотого перца. А заправлять салат мы будем пахучим ароматным маслом. Итак, салат мы перемешиваем. Даем настояться примерно 5 минут. И можно будет подавать его к столу. Вы не представляете, какой это вкусный и полезный салат. Он подходит для тех, кто соблюдает пост, а также любит овощи и зеленую редьку. А если вы на диете, то в салат вы можете не добавлять картофель. Салат без картофеля будет тоже очень вкусный и полезный. Выкладываем салат на тарелку и подаем к столу. Такой вкусный, хрустящий и очень легкий в приготовлении салат с добавлением зеленой редьки у меня получился. Как видите, рецепт очень прост. Если он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также не забудьте зайти в мои группы ВКонтакте в Одноклассники, поделиться своим рецептом. Смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации, пожелания, а также оставляйте свои комментарии. А вам всем скажу, готовьте, экспериментируйте, и все у вас получится. Ведь экспериментировать это классно. Всем пока-пока, готовьтесь с любовью, и все у вас получится.